предоставляет, мне кажется, в России. Нет непобедимых людей. Но я просто поверил в то, что сделаю. Не помню, как я оказался в этой ситуации, но я просто взял очень плотную шею, и я почувствовал, что я взял ее. И мне можно, ну, единственное, что он мог сделать, он мы тренируемся в зале, он выходит час из их приемов. Но я почувствовал, что я взял, и у меня, возможно, такого шанса больше не будет. Я просто ее не отпустил. Так, сиди, работай, так. Радует, что турнир проходит в Омске. На моей земле, где я родился, и поддерживают мои близкие люди. Получалось со всеми соперниками очень хорошо сближаться. И забирать корпус и переводить их в «Спартак». Видел много ошибок у своих соперников, которыми пользовался. Зрителей все больше и больше. И также участников все больше и больше. Почему? Потому что главное в этом турнире что? То есть возможность выступить на большом турнире SFC, подписать контракт с SFC и начать полноценную профессиональную карьеру.